Второй тайм. ФК «Розам», Лестер. Счет 0-0, да? Подожди, «Разум» это мы. ФК «Раш». ФК «Раш». Ну, ФК «Раш» и Лестер. Лестер – это где Вова играет. И вот соперники. Легче сказать. Они раньше Лисинов были, видишь, что Лисинов. Погоди, Женя, вы играли хорошо, вы могли забить, мы могли даже выиграть. Да Девитос, блин, из-за Маршаба. Вы с каждым годом все растут, все растут. На осень готовьтесь. По осень-то должны рвануть. Рванем. Рванем через год. Нет, я уже не буду. А вот ты вот последний год? Не, ну поиграть-то всяко можно. Нет, ну конечно. Товарищ судья! Да, я тоже услышал. Тут маты! Ребята, смотри, сейчас я буду судья обозначать, кто сказал нехорошее слово. Я тоже. Раз он с того края не слышит. Можешь отойти, пожалуйста? Я не вижу-то. Экзамены? Или к стопной речи? На последний звонок. Что там, вы говорите, танцуете, поете? Да меня подставили, я не пришел. Где там звук? Я, короче, не пришел на первую дорогу, мне дали там танцевать, петь, короче. Здорово. В сценке участвовать. Хорош, двенашка, хорош. Красава. Домой, 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 домой. Есть лучше за рычажок. Удобнее. Да я знаю. Если тяжело идет, ты можешь чуть-чуть расслабить. Влево, вправо, зафиксируй потом. Угу. Вот этот. Хорошо. Крутить. Чик. Уходи, Ваш! Под него, выйдешь! Достает. О! 1-0. Покровский Владимир. Скажите повтор. Лидия Вячеслав. Завтра. ВК заходи. Покровского отметьте. Покровский Владимир, да. Красиво было это. Парни собрались. Да не, лучше шанс 0. Это первый тайм или второй? Второй. Первый там. Пу. Парни. Вы себя не слышите. Еще. Они как будто хотят слышать. Жень, ты пропал. Ты невидимка.
воткнули мяч, должен быть легкий ответ. Нет. Женя, не ври. Да на камеру нет. А, это. Господи, ты чупа-чупку. Я тебе честно говорю. Там написано чупа. Чупа, чупа, чупа. Эль, я его тебя сдам. Он курит. Тахир, я курю? Угу. Это правда? Вау, так могло быть, а? Тахир докажет. Да, я докажу. Ты помнишь, короче, мне дали сигареты, я такой, фу, красава, я не курю. Ага, сказал еще мне. Помнишь? Отошел за воротами туда. Говори тут еще. Эля, а ты что хотела? Давай побегаем. Это же некрасиво. Именно это некрасиво, поэтому я сказал, больше ничего не возьму. Извини, пожалуйста. Сколько время, судья? 6 минут от второго тайма прошло. 4 минуты осталось. Ну, 3. Семерку возьми, правый иди. Свет, ниже. Давай. Борис. Что тебе даже не заплатили за это? Да ты же сфоткаешь. И мне сказали дома, ты хочешь подпись идешь, я такая, да, платный есть. Я такой все повышаю уровень. 1000 рублей в час, я такая. Да, кстати, в принципе, дешево еще. Горит! Ну, тогда... Давай, свет, напрягай! Горит! А кто организатор? Игрич. Блин, там звук есть, да? Угу. Капец, удаляй. Не! Давай, толкаться, толкается. Вот подсядом не было! Да что, давай сюда, зачем? Зачем у меня мяч? Мне? За то, что вот тот синий толкнул его. Тебя будут смотреть тысячи просмотров. Тебя будет тысяча просмотров. Два ноль. В пользу Лестра. Так точно! Лестер лучший. Мне кажется, что они даже не забьют гол Лестеру. Защита у них вообще. 2-0. 2-0. 1-0. В первом тайме один гол был. Вова Багровский забил. И вот только что он забил. Это зачитали. 2-0, Эля. Не надо спать. Я не Эля. Я знаю, я это Эле говорю. Два ноль. В пользу Лестера. Товарищ судья! Молчи! Смысла нету. Тут маты! Молчи! 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 Что тебе на зум-зум? Скажи код. Уносите! Все, давайте фотки, короче. Не бесплатно. Делай! Давай хотя бы 10 рублей. Ты что, блин, 10 рублей, одна фотка, это нормально. Гор!
Я не понял, они за кого? Три ноль в пользу Лестера. Александр Александрович, Александр Александрович, 3-0? 3-0 получается. Слушай, Саша, Раскурин забил. А я же ведь сказал. Молодец. А почему 3-0? Что за бред? Там свисток. Сколько времени осталось? Осталось уже ничего. Дима, ну, минута. Освобождается. Последняя минута. Все, уже можно им кубок и медали отдавать. Да, и расходиться. Я держу. Ну, да, прикольно, мне тоже нравится. Давай, гони. Под тобой есть. Под тобой, лёд есть. Есть тобой. Ну и где мячик? Да ладно, ты такие умные. Три ноль. Три ноль в пользу Лестера.